Америка позволяет кому угодно стать президентом. С деньгами, конечно. Нищий не побудет. Вся борьба за деньги. Им нужны рынки сбыта. Они заставят кого угодно покупать свой газ. Не хочешь покупать, просто гони деньги им. То есть новая колониальная политика. Америка – главная страна, которая эксплуатирует всю планету. Сопротивляемся только мы. Что делают? Окружили базами. Окружили базами и надеются на то, что мы испугаемся. И воевать не будут никогда. И Корею не будут бомбить. Все сделают чужими руками. Корею пускай занимаются китайцы, Ближний Восток, турки, русские, там, арабы. А Европой будут заниматься поляки, украинцы, пушечное мясо и старое американское оружие. Вот, пожалуйста, опять идет утилизация оружия. Они на всем зарабатывают. Самый большой доход – война. Им нужна война, но они не участники. Они будут продавать всем. Все продавать, зарабатывать. Это самая страшная в мире страна. Все за деньги. И поэтому бедные не имеют будущего в таком мире. Но мы не бедные. Нас спасают огромные ресурсы. Опытный народ, умный народ и мужественный народ. Они воевать не могут. Сколько у них оружия в 10 раз дороже. У них бюджет военный 600 миллиардов, у нас 60. Но американская армия никогда не столкнется с русской. Никогда. И проиграет первый же выстрел. И они побегут, американцы. Воевать с нами не могут.